Волонтеры Введенского храма Сосновоборска объявили благотворительную акцию «Поздравляю с Новым годом и Рождеством, дорогой солдат». До 15 декабря в пункт приема гуманитарной помощи Введенского храма дети и их родители могут приносить письма-открытки для российских воинов. Ребятам предлагается написать пожелания и слова поддержки, а также нарисовать рождественские картины и то, чего больше всего желают солдатам. Работы принимаются в православном клубе «Встреча» по адресу: улица 9-й пятилетки, 5. Понедельник, среда, четверг, пятница с 18.00 до 20.00. Договориться на другое время передачи открыток можно по телефону плюс 7 902 917 33 93.